Господин президент, кибератаки на англичан все серьезнее. После аварии на барьере Темзы, вызвавшей самое сильное наводнение в столице за 100 лет. Операторы считают, кто-то проник в систему. Мы следили за ним по камерам. Мы подозреваем терроризм. Судя по системе распознавания лиц, это Габриэль Делаш. Я позвоню в полицию. Это твой долг. Я живу с мужчиной. Скоро свадьба. Он все узнает? Нет. Планы терактов. Теракт уже случился. Нет, это предупреждение. Пока кто-то не взял ответственность. И ты веришь ему? После того, что сделала с ним? Ты меня до смерти ненавидишь. Я хочу сказать, что изменилось. Люди меняются. Опять началось. Они полностью контролируют сеть. Мы должны взять дело в свои руки. Ты мне нужен. Поверьте, я лучше вас знаю этих парней. Они прикончат нас. Тебя здесь убьют. Готовится нападение. Но мне сбежать? Думаешь, я